наш брат, не нуждающийся в представлении, Тупак Шакур! Ты должен верить во что-то. Ты должен жить ради чего-то. И ты должен быть готов умереть за свои идеалы. Твой отчим из «Черных пантер». Твоя мать говорит, у тебя сложный период. Иногда нужно забить на то, что тебя парит сейчас, чтобы понять, кем ты должен стать на самом деле. Это реальный шанс объединить защитников наших прав и уличные банды. И только ты можешь это сделать. Йоу, чувак, Нью-Йорк! Сегодня с нами зажигает Бигги Смолс! У нас бомбические возможности, чувак. Используй их, чтобы что-то изменить. California. Люди любят твою музыку, Тупак. В твоем творчестве нет фальшивой красоты, и в нем есть правда. Я беру все с улицы. Я направляю людей, и я честен с ними. Руки вверх, быстро! Мне сообщили, что у ФБР на тебя дело в 4000 страниц. Всего 4000, а? У гангстера по 3 проблемы. Он непристойный, непристойный и еще раз непристойный. Ты хочешь создать позитивное движение для черных, используя негативный символизм бандитизма? Чтобы достучаться до людей, надо говорить с ними на одном языке. Если родился с членом, еще не значит, что ты мужик. Я мужик. Death Row — это не просто рекорд-лейбл, это образ жизни. Тема простая. Или ты с нами, или против нас. Тупак, которого я знала, хотел своей музыкой делать людей лучше, объединять их. Если он наедет на меня, то реально огребет. Это война, детка. Надо запустить движение, но наши люди должны быть в безопасности. Почему все винят меня? Потому что я Тупак? Они дадут тебе все, что нужно, чтобы ты сам себя уничтожил. Не нужно ненавидеть своих врагов, потому что как только это случится, ты станешь таким же, как они. Тупак. Легенда. В кино с 27 июля.